Букджома – прямоугольное тканое полотнище с вышивкой на одном из его углов и пришитыми лентами-рукавами «коль», предназначенными для перевязывания завернутых в полотнище вещей. Используется при упаковке приданного невесты, одежды, постельных принадлежностей, иной утвари. Этот предмет издавна используется в быту узбекских скотоводческих племенных групп. В свернутом виде букджома образует тюк, который называется букча. Упаковка вещей производилась таким образом, чтобы угол, украшенный вышивкой сигуша, свисал свободно. Таким образом, сверток выполнял также функции декора интерьера юрты или жилой комнаты. В данном случае сохранился лишь вышитый угол сигуша. Остальная часть утрачена, возможно, в связи с изношенностью.